Всем привет, с вами команда Inside Stream, и сегодня мы настроим ассистента с умным поиском для трех разных бизнес-задач и посмотрим, как это работает на практике. Для каждого из сценариев мы будем проходить три простых шага. Загрузим подходящие документы, создадим ассистента одной кнопкой и позадаем целевые вопросы. Начнем с поддержки маркетплейса. В качестве базы знаний я подготовил 90 страниц справочной информации для клиентов от маркетплейса Zone. Загружаем файл, создаем ассистента и давайте позадаем какие-то типичные для клиентов вопросы. Например, узнаем, как оплатить заказ через СБП, если мы этого никогда не делали. Посмотрим, что ответит наш ассистент. Ага, он дал инструкцию. Спросим теперь его про частичную компенсацию заказа. Что это такое? И получаем точный ответ из базы знаний. Уточним, какие есть ограничения по доставке в Постамат. Супер, он указал нам ограничения по весу, по размеру. С поддержкой наш ассистент справился, перейдем к работе на производстве. Я нашел полную инструкцию к универсальному пильному станку, что бы это ни значило, которую я и загружу в качестве знаний нового ассистента. Он будет отвечать на вопросы оператора станка, например, про меры предосторожности в определенной ситуации. Так, отлично. Ассистент рассказал нам, что нужно делать в такой ситуации. Вопросы про обслуживание, смазку деталей можно задать этому ассистенту и получить точный ответ из инструкции. Также можно задать какую-то неисправность и получить конкретный ответ из файла, который мы прикладывали изначально. Отлично, с производством на этом закончим и перейдем к вопросам, которыми сотрудники постоянно грузят HR-департамент. Обычно ответы на них содержатся в разных политиках, инструкциях и других подобных документах. Я подготовил 8 таких HR-документов, которые мы загрузили в качестве знаний. А теперь представим себя сотрудником, который хочет получить компенсацию за командировку, но не знает, какие документы для этого нужны. Супер, ассистент нам все подсказал. Давайте теперь представим себя забывчивым сотрудником, который оставил пропуск дома, но уже приехал в офис. И тоже получаем подробную, точную инструкцию, что делать в такой ситуации. Может быть, у меня кончается больничный, но я все еще не выздоровел. И на этот вопрос наш ассистент знает ответ из тех документов, которые мы загрузили. Итак, сегодня мы применили умный поиск в трех популярных сценариях, но на самом деле их намного больше. Ассистент будет полезен везде, где ваши сотрудники или клиенты тратят много времени на поиск информации или получение ответа. Если вы хотите оптимизировать бизнес-процессы своей компании, оставьте заявку на нашем сайте, и мы обсудим вашу задачу и отправим ссылку для бесплатного пробного тестирования по итогам встречи.